Всем доброе утро, с вами, как обычно, Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании Альпари в городе Кишинев, Республика Молдова. Если меня хорошо слышно, хорошо видно, подтвердите, пожалуйста, одним плюсиком. Напомню, для того, чтобы вы смогли задавать мне вопросы в чате, вам необходимо будет войти в личный кабинет. А в случае, если у вас нет личного кабинета, вам необходимо будет пройти регистрацию на сайте alpari.ru, благодаря которой вы получите ряд преимуществ и полный доступ ко всем сервисам компании Альпари. Тема нашего семинара – анализ текущей рыночной ситуации на основе уровней Фибоначчи. Мы с вами сегодня проведем анализ по основным валютным парам и металлам, но в конце семинара, как обычно, можно будет обсудить все ваши вопросы и пожелания. Итак, вижу вашу реакцию, вижу ваших плюсиков. Всем большое спасибо за участие в сегодняшнем семинаре. Приступим. Попрошу открыть график валютной пары евро-доллар. Ну и заодно хочу напомнить основные правила анализа, правила данной торговой стратегии. Итак, во-первых, наша задача состоит в том, чтобы распознать волны импульса и коррекции. Именно поэтому мы с вами берем в расчет как минимум, так и максимум каждого дня. После чего мы с вами сумеем определить не только направление движения цены, но и разворот тренда. И в-третьих, с помощью инструмента Fibonacci мы с вами сумеем определить уровни коррекции, уровни входа и выхода из рынка. По валютной паре евро-доллар тренд медвежий, все еще медвежий, пока что никаких сигналов о развороте нет. Тренд продолжает развиваться и, как видите, валютная пара также продолжает торговаться с понижением. У меня открыт ордер на sell с уровня 1.0605, стоп-лосс выставлен выше волны импульса, выше уровня 1.0670, размер стоп-лосса 65 пунктов. Ну а то, что касается цели, жду снижения евро по отношению к американскому доллару до уровня 100 по расширению Фибоначчи, ожидаемая цель 1.0500. Учитывая то, что медведям удалось преодолеть 50% от размера моего тейк-профита, стоп-лосс я, пожалуй, выставлю в безубыток. Если вдруг валютная пара развернется, я сумею выйти с рынка с нулевым результатом. Итак, 1.0605. То, что касается текущей ситуации, актуальная медвежья волна началась максимум 22 ноября, завершилась на минимум вчерашнего дня. Эту волну мы с вами также выделим красным цветом, чтобы всем было понятно то, что тренд медвежий. Хочу обратить ваше внимание на то, что если вдруг в течение сегодняшнего дня состоится необходимая нам коррекция, если уровень 1.0590 будет достигнут, рекомендую рассмотреть продажи по тренду. Рождение медвежьего тренда состоялось давным-давно. Конечно, самая лучшая сделка – это та сделка, которая открывается в начале тренда при развороте. Но учитывая то, что этот метод можно использовать даже для тех, кто торгует внутри дня, на основе ежедневных волн импульса коррекции мы с вами можем определить также оптимальные точки для входа в рынок внутри дня. Хотел бы вернуться по истории, обратить внимание на момент смены тренда. Это случилось в день 7 ноября. Именно в этот день медведям удалось обновить минимум 3 ноября. Это уровень, с которого началась последняя бычья волна. И вот только после того, как день закрылся ниже, мы с вами получили подтверждающий сигнал о развороте. Открыть первую сделку на продажу мы с вами получили возможность в день 9 ноября. В этот день нам с вами нужно было продавать по цене 1.10.30 примерно. Те, кто открыл еще в начале дня, во время азиатской сессии, сперва получили убыток по стоп-лоссу. Ну а в конце дня, после того, как валютная пара развернулась, опоздавшие вновь получили возможность открыть ордер на продажу. Ну и, как видите, начиная с 9 ноября, валютная пара в основном торговалась с понижением. 1.10.30 было на тот момент, сейчас 1.05.40. Вот уже на 500 пунктов почти что снижение евро по отношению к американскому доллару. И это все еще не предел. Я ожидаю снижения до уровня 1.0500. Это моя цель, основная цель. Ну а для тех, кто готов держать свою позицию на более долгий срок, рекомендую рассмотреть продажи до уровня 160.8 по расширению Фибоначчи. Рекомендую фиксировать прибыль только при достижении уровня 1.0380.
Конечно, сейчас многие говорят о том, что в этом году мы с вами увидим паритета. Но опять же, то, что будет, мы с вами не знаем. Гадать мы с вами не будем. Наша задача торговать по тренду и определить наилучшие точки для входа в рынок именно по тренду. А как будет, куда пойдет цена, это уже не наша проблема. Ну что ж, идемте дальше. Рассмотрим валютную пару. Британский фунт, доллар США. Итак, тренд все еще медвежий. В последние дни валютная пара в основном торгуется в боковом диапазоне, в широком боковом диапазоне. Но все-таки медвежий тренд еще не был отменен, поэтому мы все еще продолжим торговать по медвежьему тренду. Обращаю ваше внимание на то, что актуальная медвежья волна началась еще в день 15 ноября, завершилась на минимум 18 ноября. Коррекция на 50% состоялась в день 21 ноября, как раз при достижении уровня 1.24.10, и нужно было продавать. Такой цены было вчера и в предыдущие два дня, так что те, кто планировали продажи, те, кто планировали торговать по тренду, такую возможность получили. Сегодня валютная пара торгуется по цене чуть выше, пока что те, кто в рынке в просадке. Я также в рынке на продажу, я стою, у меня открыт ордер на sell по цене чуть ниже. Стоп-лосс выставлен выше волны импульса, выше уровня 1.25.30. Размер стоп-лосса 120 пунктов. Ну и то, что касается цели, я все еще жду снижения. Наша основная цель расположена на уровне 161.8 по расширению Fibonacci. Цена 1.22.80. Ну что ж, опоздавшим все, что могу предложить, это рассмотреть продажи только при преодолении уровня 1.24.10. Далее, доллар США, швейцарский франк. Вчера по валютной паре доллар США, швейцарский франк мне удалось закрыть ордер по тейк-профиту. У меня был открыт ордер на buy по цене 1.0090. Вчера при достижении уровня 1.0160 мне удалось зафиксировать прибыль в размере 70 пунктов. Как раз при достижении уровня 163.8 по расширению Fibonacci мне удалось выйти с рынка с профитом. В конце вчерашнего дня валютная пара, как говорите, в основном торговалась в боковом диапазоне, в узком боковом диапазоне. Вокруг уровня 163.8 по расширению Fibonacci, но сегодня все-таки, как видите, быкам удалось преодолеть этот барьер, и валютная пара продолжает торговаться с повышением. Давайте мы с вами определим актуальную бычью волну. Итак, она началась еще в день 22 ноября, после того, как завершилась коррекция на основе предыдущей волны импульса, и завершилась на максимум вчерашнего дня. Эту волну мы с вами также выделим зеленым цветом. Сегодня пока что рынок нам так и не предоставил возможность открыть ордер на покупку. Несмотря на то, что я сегодня ожидал коррекцию, все-таки быки имеют свои планы. Сегодня быкам удалось обновить максимум вчерашнего дня, подтверждая продолжение тренда вверх. Ну что ж, пока что по франку я рекомендую оставаться вне рынка. Если вдруг, конечно, в течение сегодняшнего дня валютная пара начнет торговаться с понижением, вот только после того, как минимум сегодняшнего дня будет преодолен, актуальную бычью волну можно будет корректировать до максимума сегодняшнего дня, и только после чего можно будет дождаться коррекции на 50%. А пока что все еще вне рынка. Игорь пишет, скажите, пожалуйста, почему последняя импульсная волна закрылась на минимуме вчерашнего дня, а не на позавчерашнем минимуме. Игорь, напишите, пожалуйста, о какой валютной паре речь идет. Пока Игорь нам напишет, давайте мы с вами рассмотрим валютную пару доллар США, японскую иену. Тренд бычий, тренд продолжает развиваться. Сегодня, как видите, валютная пара продолжает торговаться с повышением. Мне вчера также удалось закрыть ордер по тейк-профиту с профитом. У меня также был открыт ордер на buy по цене
109.25, а закрыть ордер мне удалось по цене 111.70. Мне удалось зафиксировать прибыль в размере, давайте посчитаем, 245 пунктов. Ну что ж, неплохая прибыль, я бы сказал, особенно для тех, кто торгует внутри дня. Конечно, сделка была открыта на протяжении нескольких дней. Сделку мне удалось открыть в день 17 ноября и закрыл только вчера, 23 ноября. Тренд все еще бычий, тренд продолжает развиваться. Давайте мы с вами определим актуальную бычью волну. Она началась минимум 22 ноября, завершилась на максимум вчерашнего дня. Ну что ж, если вдруг в течение сегодняшнего дня состоится коррекция, если уровень 111.60 будет достигнут, рекомендую рассмотреть покупки по тренду. Пока что все еще рекомендую продолжать оставаться вне рынка. Если говорить о стоп-лоссах, то стоп-лосс должен быть выставлен, как обычно, за пределами волны импульса, ниже уровня 110.10. Итак, вопрос от Игоря касается валютной пары евро-доллар. Ну что ж, давайте мы с вами вернемся к евро-доллару. Скажите, пожалуйста, почему последняя импульсная волна закрылась на минимуме вчерашнего дня, а не на позавчерашнем минимуме? Игорь, во-первых, обращаю ваше внимание на то, что речь о другой волне импульсе пойдет только тогда, когда предыдущая волна импульса будет преодолена. Я обращаю ваше внимание на то, что мы с вами не берем в расчет только минимум и максимум каждого дня. На основе минимум и максимум каждого дня мы как раз определяем основные волны импульса и коррекции. И о другой новой волне можно будет поговорить только после того, как предыдущая волна будет преодолена. Обратите внимание на то, что последняя, предпоследняя медвежья волна, предыдущая медвежья волна была завершена на минимум 18 ноября. Завершилась на минимум этого дня, 18 ноября. И вот о новой волне импульса можно было поговорить только вчера, только после того, как медведям удалось преодолеть минимум 18 ноября. То, что минимум вчерашнего дня был преодолен, это еще не значит то, что у нас очередная волна импульса. Очередная волна импульса появилась после преодоления минимальной цены 18 ноября. Это как и торговать по тренду. Это как и определить основные волны импульса по тренду. То, что минимум или максимум предыдущего дня был обновлен, это еще не означает то, что у нас появилась очередная волна импульса. Вы должны взять в расчет минимум и максимум только для того, чтобы определить волны импульса. А вот когда стоит говорить о новой волне, вы уже сможете узнать после преодоления предыдущей волны импульса. Я надеюсь, вам ответ ясен. Я бы хотел убедиться в том, что это так. Жду вашу реакцию. Если что-то непонятно, пишите, я продолжу. Австралийский доллар, доллар США все еще торгуется с понижением по тренду, тренд медвежий. Конечно, вчера были попытки со стороны быков сменить направление рынка, но, как помните, я вчера говорил о том, что торопиться не стоит. Необходимо дождаться закрытия дня, и вот только после чего можно будет поговорить о том, состоялась ли смена тренда или нет. Игорь, кстати, вот еще один очень важный момент. Вчера быкам удалось обновить максимум 18 ноября. Вчера быкам удалось преодолеть последнюю медвежью волну. Но, учитывая то, что вчерашний день закрылся ниже максимальной цены 18 ноября, тренд все еще остается медвежий. Да, конечно, были попытки со стороны быков. Да, быкам даже удалось преодолеть этот барьер. Но смена тренда не состоялась. Подтверждающий сигнал мы с вами так и не получили. Если бы, конечно, вчерашний день закрылся выше бы максимальной цены 18 ноября, вот только тогда мы с вами поняли бы то, что тренд стал бычий. А так, тренд все еще медвежий, мы с вами получили подтверждающий сигнал о том, что быки еще не готовы к переменам, и мы с вами продолжим торговать по медвежьему тренду. Основная волна импульса началась в день 17 ноября,
завершилась на минимум 21 ноября. И вот как раз сегодня, после того, как уровень 0.7365 был достигнут, у меня открылся ордер на продажу по тренду. Стоп-лосс нужно выставить выше максимальной цены вчерашнего дня, выше уровня 0.7460. Размер стоп-лосса 95 пунктов. Ну и давайте мы с вами растянем расширение Фибоначчи. Я напомню, коррекция никогда не может быть длиннее, чем волна импульса. Этим самым мы с вами в этот раз возьмем в расчет последние две медвежьи волны для того, чтобы определить цели. Итак, наша цель по валютной паре австралийский доллар, доллар США, 0.7140. Ждем снижения австралийца по отношению к американскому доллару. Если этот уровень будет достигнут, нам с вами удастся зафиксировать прибыль в размере 225 пунктов. Опоздавшим также рекомендую рассмотреть продажи только при преодолении уровня 0.7365. Итак, Татьяна пишет, понятно. Игорь, большое спасибо. Ну что ж, мне важно, чтобы вы также получили нужный ответ на ваш вопрос. И я благодарен за участие в сегодняшнем семинаре и за вашу активность. Нам с вами осталось провести анализ по последним двум валютным парам и металлам. Поэтому я бы хотел сперва убедиться в том, что всем все понятно, всем все доступно. Жду вашу реакцию, жду ваших плюсиков. Если есть вопросы, пишите в чате. Если есть пожелания, также, пожалуйста, пишите в чате. Если нет, то плюсики и продолжим. Давайте смелее. Все те, кто сумели подключиться к нашему чату, подтвердите плюсиком, если все окей. Мы семинары проводим ежедневно в режиме онлайн времени для того, чтобы дали вам возможность получить ответы на все ваши вопросы. Поэтому, если есть вопрос, если что-то непонятно, напишите об этом в чате. Ну что ж, пошли плюсики. Прекрасно. Всем большое спасибо. Идемте дальше. Олег просит еще раз цель по австралийца. Олег, то, что касается валютной пары австралийский доллар, доллар США, я жду снижения до уровня 0.7140. Сейчас валютная пара торгуется по цене намного выше. Потенциал огромный. Размер тейк-профита 225 пунктов в моем случае. Против стоп-лосса в размере 95 пунктов. Соотношение 1 к 2, даже чуть больше. Будем ждать продолжения тренда. Сергей просит рассмотреть рубль. Если, конечно, нам сегодня время позволит, то рассмотрим и рубль. Идемте дальше. Новозеландский доллар, доллар США. Продолжает торговаться с понижением. Я в рынке на sell с уровня 0.7045. Стоп-лосс выставлен выше волны импульса, выше уровня 0.7120. Размер стоп-лосса 75 пунктов. Вчера опоздавшие вновь получили возможность открыть ордер на продажу. Ну и как видите, после того, как уровень 0.7045 был преодолен, те, кто открыли ордер на продажу, получили возможность открыть идеальную сделку. Цена сразу же ушла в нужном нам направлении. То, что касается цели, жду снижения новозеландского доллара по отношению к американскому доллару до уровня 0.6900. Размер тейк-профита 145 пунктов. Размер стоп-лосса 75 пунктов. Соотношение 1 к 2. Ну что ж, пока что также больше нечего добавить, так что идемте дальше. Рассмотрим валютную пару доллар США, доллар канадец. Валютная пара все еще продолжает торговаться с повышением, это всего лишь коррекция. Тренд все еще медвежий. Пока что никаких сигналов о развороте нет. Да, три дня подряд валютная пара торгуется с повышением. Максимум последних двух дней уже был преодолен. Но опять же, это еще не означает то, что тренд сменил направление. Тренд все еще медвежий.
о смене тренда, о рождении бычьего тренда можно будет поговорить только после того, как максимум 18 ноября будет преодолен. Это как раз уровень, с которого началась последняя медвежья волна. Поэтому до тех пор, пока валютная пара будет торговаться ниже максимальной цены 18 ноября, тренд медвежий, и пока что это всего лишь коррекция. У меня открыт ордер на sell. Вчера, кстати, опоздавшие также получили возможность открыть ордер на продажу по цене 1.3470. Если вдруг валютная пара развернется, опоздавшим рекомендую рассмотреть продажи только при преодолении уровня 1.3470. Со стоп-лоссом выше волны импульса, выше уровня 1.3580. Ну и давайте мы с вами рассмотрим металлы. По металлу золота тренд все еще медвежий. У меня был открыт ордер на sell с уровня 1221. Стоп-лосс в моем случае был выставлен выше волны импульса, выше уровня 1235. Размер стоп-лосса всего лишь 140 пунктов. Я ожидал снижения металла до уровня 100 по расширению Fibonacci. Ожидаемая цель 1181. Минимум вчерашнего дня был на уровне 1181.62. Нам с вами не хватило буквально пару пунктов для того, чтобы можно было закрыть ордер по take-profit. Я выставил стоп-лосс в положительную зону, поэтому вчера при развороте, после того, как медведям не удалось дойти до цели, мне удалось закрыть ордер с профитом. Итак, обращаю ваше внимание на то, что по металлу золото ордер был открыт по цене 1220.50 с небольшим проскальзыванием. Был закрыт по цене 1188. Этим самым мне удалось заработать 325 долларов. Ордер был открыт 0,1 лотом. Ну что ж, я поздравляю тех, кто также сумели закрыть ордер с профитом. Этого и стоило ожидать. Конечно, долгое время металл торговался в боковом диапазоне. Обратите внимание на то, что мой ордер был открыт аж 17 ноября. И вот только на пятый день мне удалось закрыть ордер с профитом. То, что касается текущей ситуации, актуальная медвежья волна началась максимум 22 ноября, завершилась на минимум вчерашнего дня. Эту волну мы с вами также выделим красным цветом, тренд медвежий, поэтому нужно понимать то, что торговать мы будем только в сторону медведей. Сегодня в ожидании коррекции, сегодня в ожидании достижения уровня 1201, я как раз по этой же цене выставлю sell limit. Если вдруг металл развернется, если вдруг состоится необходимая нам коррекция, я вновь сумею открыть ордер на продажу по тренду. То, что касается стоп-лосса, за пределами волны импульса, выше уровня 1223. Размер стоп-лосса 220 пунктов. Ну и кстати, для тех, кто готов держать свою позицию на более долгий срок, это касается тех, кто все еще в рынке, рекомендую фиксировать прибыль только при достижении уровня 161.8 по расширению Fibonacci, ожидаемая цель 1148 примерно. Ну и то, что касается металла серебро, тренд все еще медвежий, пока что никаких сигналов о развороте. У меня также был открыт ордер на sell, ордер был закрыт с профитом. Мне удалось открыть ордер по цене 17.05, и вчера при достижении уровня 100 по расширению Fibonacci я закрыл ордер с профитом. 16.37 уровень, при достижении которого ордер был закрыт по take profit. Этим самым мне удалось заработать 340 долларов. Ордер также был открыт 0.1 лотом. В моем случае все сделки открываются 0.1 лотом при депозите в размере 10 тысяч долларов. И только тогда, когда мы с вами дойдем до 20 тысяч долларов, можно будет открыть сделку 0.2 лотом. А пока что продолжаем управлять правильно нашим капиталом и управлять правильно рисками. Идемте дальше. На данный момент у меня открыты 5 сделок. Пока что
плавающая прибыль составляет чуть больше $3. На данный момент баланс счета составляет 12 511 долларов и 71 центов. Как видите, прирост составляет 2511 долларов и 71 цента. Рост на 25%. Я напомню, данный счет был открыт 6 июня этого года на 10 тысяч долларов. Сейчас на счету 12 511 долларов и 71 цента, рост на 25%. Это удалось за 5,5 месяцев. В среднем удается нам заработать по 5% в месяц. Риски в моем случае минимальные. За этот период максимальная просадка была 8%. Прибыль 25%. Моя задача состоит в том, чтобы уменьшить риски и увеличить прибыль. Поэтому, если вы ожидаете от этого счета супер высокой доходности, сразу же скажу, этого не стоит. Моя цель не в том, что заработать много, а в том, что уменьшить риски. Уменьшая риски, мы будем чувствовать себя комфортно в трейдинге, ну а прибыль придет сама собой. Ну что ж, те, кто торгует по данному методу, убедились в том, что метод прибыльный, то, что добиться успешных результатов, это вполне возможно. Но опять же, для этого нам с вами необходимо придерживаться правил не только данной торговой стратегии, но и правилах money management. То, что мы с вами и делаем ежедневно. Ну что ж, давайте мы с вами рассмотрим и рубль. И на этом мы с вами завершим сегодняшний семинар. Итак, то, что касается валютной пары доллар-рубль, тренд все еще медвежий. Я бы хотел сперва обратить ваше внимание на момент смены тренда. Так вот, после того, как медведям удалось преодолеть последнюю бычью волну, она началась с минимум 14 ноября и завершилась на максимум 14 ноября. Мы с вами получили подтверждающий сигнал о развороте. Это случилось на следующий день, 15 ноября. Как видите, в день 15 ноября медведям удалось не только обновить минимум предыдущего дня, но и день закрылся ниже. Этим самым мы с вами получили подтверждающий сигнал о развороте, то есть о рождении медвежьего тренда. Открыть первую сделку на sell нужно было по цене 65.15 примерно. Такой цены было в день 16 ноября и 18 ноября. Так что те, кто сумели открыть ордер на продажу, сейчас с профитом. Я растяну расширение Фибоначчи и озвучу цели. Основная цель расположена на уровне стопа расширения Фибоначчи. Ждем снижения доллара по отношению к рублю до уровня 63.00. То, что касается текущей ситуации, тренд также медвежий. Актуальная медвежья волна началась максимум 16 ноября, завершилась на минимум 22 ноября. Вчера нужно было продавать по цене 64.43 даже. Сегодня также нужно было продавать по цене 64.43. Поэтому, если среди вас есть те, кто все еще планирует торговать по тренду, по медвежьему тренду, те, кто планирует продажи, 64.43, уровень, при достижении которого рекомендую рассмотреть продажи по тренду. Сергей, во время флета ваша стратегия не будет работать? Не факт. Конечно, есть периоды, когда мы с вами получаем стоп-лоссы.
Во время флета, опять же, все зависит от того, насколько флет будет продолжаться и насколько этот диапазон, насколько широко будет торговаться валютная пара в этом диапазоне. Даже во время флета нам с вами удавалось закрыть ордера с профитом. Отличие то, что во время флета нам с вами необходимо было остаться в рынке намного больше, чем если бы торговали по тренду. Как вы определяете минимум и максимум по тени или по телу? Игорь, минимум и максимум всегда определяется по тени. И только по тени. Ну что ж, у меня на этом все. Мы с вами сегодня сумели рассмотреть основные валютные пары, металлы. Я вам озвучил текущую ситуацию по рублю. Если среди вас есть те, кто торгует по рублю, то имейте в виду, тренд все еще медвежий. Да, два дня валютная пара в основном торгуется с повышением, но опять же, это всего лишь коррекция. Ну что ж, я надеюсь на то, что те, кто торгует по данному методу, сумели зафиксировать прибыль, как и я. Прирост 25%. Ждем продолжения тренда, ждем увеличения прибыли. Ну что ж, у меня на этом все. Будем прощаться. Следующий семинар состоится сегодня же вечером в 17:00 по Москве. В это время запланирован обзор по основным кросс-курсам. Поэтому все те, кто интересуется кросс-курсами, все те, кто хотят ознакомиться моими прогнозами и рекомендациями, сегодня в 17:00 у вас будет такая возможность. Ну что ж, будем прощаться. С вами, как обычно, был Сергей Багрий, менеджер аналитик официального партнера компании Альпари в городе Кишинев, Республика Молдова. Всем желаю хорошего дня, хорошего вечера, удачи во всем, берегите себя, до скорой встречи, до свидания.